Жена говорит, ни один язык не является лучше другого ни в каком плане. Все равно, что сказать, что русские не являются лучше украинцев. Ты этого хочешь добиться? То есть, типа, что ни одна цивилизация не является, ни одна культура не является лучше другой, что ли? Но это совсем уже какой-то либераха. Левая. Так. А что у соперника? Англия, блин. Ну, вообще интересно. Ну, если он доживет до своих длиннолуков, то нам жопа. Не, ну нам, судя по всему, уходить отсюда не надо. Выглядит место хорошим. Более того... А, подождите, подождите. Надо вот сюда на серебро встать. Тогда... Подождите, нет. Черт, у меня не влазит. Я просто думал, тогда сюда город, и можно будет... Блин. Блин. Ладно, ставлю здесь. Просто слишком долго идти, тут еще еды не будет. Не получится. Ну, мы на море, мы сможем какими-то морскими караванами отъедаться, но... Было бы круче, чтобы еще тут можно было город всунуть. Но получается нельзя. А саму столицу сюда ставить тоже не хочу. Тут точно место круче. О, нам еще и дали сразу теху на святилище. Можно было вот сюда пойти, и тогда сюда бы город влазил. Ну тут, естественно, место похуже. Кстати, Рим одна из лучших цивилизаций для игры через волю. Потому что... О, слава Украине, ребят. Все равно за Киевскую Русь играем, видите? Ну и что, что это озеро? Через озеро на самом деле... Ну вот, грубо говоря, если бы тут не было Киева, да? Если бы мы тут ставили город, и тут ставили город, и сюда, получается, город тогда влазил, то все равно можно морские караваны пускать, если озеро соединено городом с морем. Так, давайте гляну, что... А, нет, должен был увидеть, да. На всякий случай глянул, что здесь бывает иногда. И руинки бывают, и чудеса бывают. О, еще ГГшка. Встретим. Блин. Он уже ее нашел раньше меня, прикиньте. Блин. Пока я пытался ему войну объявить, он объявил войну. Да, атакуй меня полностью. Ну, куда-то сюда надо будет город вначале ставить. Может быть, даже и... Ну, что ты меня убивать собираешься здесь своим дуболом? Он не должен убить. О, население. Это в тему. Блин, очень близко. Фак. У него тут прям половина территории, что ли.
Блин, может поселенцы уже строить? Надо как-то вот это место контролировать. Блин, ну тут легко город поставить, чтобы я не мог всунуться. А мне надо куда-то вот сюда, получается. Ну понятно, что нам пансион на серебро и золото надо брать. Железо надо посмотреть. Понятно, что у него вот тут город прям стоит. Так, тут придется отойти. Я не знаю, он как, вроде не должен как-то мимо меня поселенца спокойно провести. Да, минт на 6 золота. Подожди, почему на 6? А не на 4? А, так не на 6, а на 8 тогда. Чего не понял, где город в пустыню над овцами под горой? Над... А где овцы? Вот. Блин, я поставлю как можно ближе к нему, естественно. Тут проблема в том, что успею ли я? Он, скорее всего, как-то вот так поведет поселенца. Где-то тут будет ставить, мне кажется. Давайте, наверное... Будем смотреть оттуда. Просто мне строить поселенца, ну, не совсем норм. Блин. Чуть побыстрее, 6 ходов. Еще прикол, что вот этот лучник, как всегда, варвары против меня. Лучник по моим юнитам почему-то работает. Тут еще руинка, я видел руинку, но не могу... Ух ты.
Откуда у него деньги? Взял дань, что ли, с какой-то ГГшки? Ярослав, вот же этот счетчик донатов. У нас же традиционно собирается 150 будет. Игра в воскресенье. Ну все, хана, скаут. Давайте тут посмотрим чисто, что здесь. Ну, скауту хана. С руинки, ну мог с руинки, да, взять. Но выглядит, что скорее дань. Там как-то хотя. Так, что нам тут дальше? Дороги надо открыть. Тут важно, кто город поставит. Че, вот этот лучник против меня еще работает? Нет, это он сам купил клетки. Да бля, ну это, ну что это такое? Ну вот как это играть? Если против меня Англия вместе с варварами работает. Ну вообще следующим ходом могу здесь город ставить. Мне, наверное, придется здесь ставить город. Других вариантов не вижу. Ну прям на оазис. Так, пойдем руинку соберем. Потому что сюда ему очень легко его атаковать будет. Так что здесь. Видите, 25% строительству за счет способности Рима. Ну, вряд ли Англия через традицию. А, через традицию, ну, отлично. Так, ну куда-то сюда надо будет город ставить сейчас. Следующий. Мы тут должны... Протянуть поселенца. Он будет явно на... Он рассчитывает на то, что он может морскими караванами отъесться. Но это он зря в таком... Конечно, понимаю, что
проход сложный, но так близко находясь, то есть он не будет здесь город ставить. Я даже мог, наверное, не спешить. В том плане, что он планирует через... морскими караванами отъесть Лондон. Он даже амбар еще не построил, хотя у него амбарники есть. Так. Нет, не должны быть дороги. Он просто в каждом городе работает. Так, раз, два, три. Ну, видимо, на овец поставлю. Нормально. Да, легионерами так и сделаем. Это огромная ошибка здесь играть в традицию. Когда у тебя прям в соседях цивилизация еще и с уникальным юнитом ранним, более ранним, чем у тебя. А, способность называется «Все дороги ведут в Рим», поэтому кто-то... Ну да. Нет, тут не нужны, тут просто, если ты построил у себя здание, то оно и... Ну, в столице построил здание, значит, они и в других городах тоже уже будут работать. Еще рано в легионы, еще пирамиды нужны. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Само выкупится. Через волю жалко деньги тратить. Он второй город. Я не понимаю тогда его идею вообще. А, это третий. Это третий. Наверное, дальше даже, наверное, в честь пойду.
Возможно, и мне сейчас прям стоило в честь идти, но что-то я сосал. Один ход. Нет, давайте, наверное, лучше лук два хода построим. Нам нужны тут юниты. Потом пирамиды. Блин, тут не пройти из-за варваров. Ну что, ладно, так, наверное, как-то скаутом. Ну там он тоже будет. Надо как-то скаутом через Геную вот так попробовать. Слушайте, а легионы же им требуется железо, да? Да. Шесть. Ну, тут шесть, еще шесть. А, так мы легионы можем сейчас. Нам главное выйти в легионы и просто их хреначить безостановочно, да? Так может в них и пошли? В принципе, уже. Так, а там ГГшки Киев и Генуя хотят. Ну, это, скорее всего, англичанин выполнит это задание. Так, пирамиды. Надо вот эту забрать. Кстати, вот это чудо можно выкупить, оно три счастья дает. Не прямо сейчас, но со временем его надо будет забрать вот этим городом. В чем сила легионов в мультиплеере? Просто сильнее. То есть, сам факт, что у тебя юнит сильнее, это такое говно, да? То есть, он должен уметь, например, спеть песню. То есть, блин, он что, просто сильнее? Кому это надо? Просто сильнее юнит. Что за херня? Блин, где этот лагерь вот, который тут? Легион может дороги и форты строить, да.
Может строить дороги и форты. 17 силы, 50 производства. А мечник 14 силы, 50. То есть на 3 сильнее. Бля. Или уже достроить святилище. В принципе, религия никогда не помешает. Я тут никогда не доберусь до этого лагеря. Просто постоянно какие-то варвары. Караваны еще построить, в Рим отправлять. Что-то столичка не растет немножко. Вообще странно, у меня обработано золото, серебро, а как-то счастья немного. Еще, конечно, какао надо. Или Золотой век. Ладно. Мы можем генерала из закрытия воли взять. Если чё. Нет, оп, в традицию. А, слушай, у нас же еще баллиста уникальный юнит. Я про него про нее забыл. Блин, а чё он присоединяет лошадей, а не какао? 10 ходов.
Не волнуйтесь, с золотом все будет хорошо. Так, это он монархию взял, что ли? А, нет, не монархию этот. Земельную элиту. Явно к моему сопернику мечники не приходят сейчас в тыл. Блин, вообще нужен еще караван. Давайте так сделаем. Когда тут какао? 6 ходов. Ну, у меня города и так не растут. Блин, точно надо было дань собрать. Но вообще 5-6 далековато. Я бы, наверное, просто уже нападал. Просто не хочется тратить ходы, заходя за данью. Или 100, давайте 100, тут побыстрее у нас будет игра. Пускай лучше дают сразу соточку. Типа, на более долгой перспективе, конечно, круче 2 золота с города брать.
Мы идем, летим, плывем. Наше имя Легион. Легион за один ход строит, да? Дорогу. Отлично. У тебя тут караваны бегают для меня. У меня как раз золота не хватает, правильно? Я считаю, это правильно. А ты думаешь, я сюда хочу? Я хочу легион уже до полного использования железа. Так, наверное, может... Нет, следующим ходом будем вырубать. Я дорогу ему тут разграблю, главное. Ага, рассинхроны пошли. Не появятся ли сейчас юниты или деньги у соперника? А, нормально. А почему это я хост, а рассинхрон в его пользу? Не знаете? Ладно, берем генерала. Может, крепость просто на драгоценностях поставить? No science. Ой, 100 монеток. А нахрена мне сайенс? У меня все необходимые мне юниты уже имеются. Слушайте, наверное, хорошая идея сюда крепость. Он ее не может обратно отбить просто.
Правильно ведь? Бля. Блин, надо было этим лучником тут стоять и эту херню обстреливать. Блин, не соображу, нам лучше его полечить или... Наверное, полечить все-таки. Не дал убить. Да, правильно полечили. Ну, это все. Я все равно поставлю крепость. Но ему тут уже все, ничего не поможет. Не знаю, на что он надеялся.
Вот сюда мне еще баллисту поставить и все. А, я еще и набил уже генерала себе. Не, ну это... Как ты планируешь... Во-первых, ему эту крепость никак не отбить. Вообще никак. Во-вторых... Как ты планируешь легион из нее доставать? Просто классическая дуэлька. Классическая. Когда человек идет в традицию, а ты через волю его унижаешь. Чё, чем забирается крепость? Очень хочет этого. Ну, то есть, вот эта трата юнитов на этот легион бессмысленна. У тебя столицу захватывают. Ярослав, какой Лондон обратно? У тебя игра на это... Я захватываю Лондон, игра заканчивается. Прям конкретно заканчивается. Просто мультик идет. Какой перезахват Лондона? По-моему, следующим ходом я забираю уже. Еще нет. Я про такую лун... А, нет, забрал. Ну... Показывала, что не убивается еще. Ну я даже не знаю, типа, что тут комментировать. Просто ошибка в выборе идеологии, грубо говоря. То есть первое, что он идет в традицию. Второе, ему надо было тут город ставить. Вот представьте, что если он первый ставит город в мою сторону, а не я. То есть как мне вообще на него напасть? Ну то есть у тебя... А мне получилось, что я просто прямой наводкой на столицу иду с легионами. И... Ну типа... Первое, ему надо было реально в начале, пускай даже через традицию, ему надо было сейчас тут вот в меня город поставить, в мою сторону. У меня было бы все намного хуже, на самом деле. Даже если бы он играл через традицию, я, наверное, бы этот город забрал, но я забирал бы этот город, а не столицу сразу. Какое второе чудо, хрен знает. А какое первое? Ну, давайте глянем, что там у него было на территории, действительно. Он почему-то решил, что у него такое место неберущееся, хотя, ну, блин, легионы с баллистами просто
Нахрен снесли его. А, первый старый служака, да? А второй? Копия царя Соломона хрен знает где. Ну, знаете, играл бы он в волю, мне кажется, у меня хуже было бы. Хотя территория в некотором смысле одинаковая. Короче, он вот тут не исследовал. Видите, как он мало исследовал? Он не знал, где я. То есть вот мы тут где-то встретились, и все. Очевидно, что ему надо было, ну, не знаю, хотя бы вот сюда город поставить, хотя бы. Я уже молчу о том, что вот тут кумы, ну, вот тут, раз, два, ну, тут на воде уже никак не поставишь, ну, хотя бы вот здесь город. А, все, они влазят. Не знаю, на золото. Да, блин, и на золото не влазит, не пойму, куда тут ему надо было. Вот тут где-то ему нужен был город. 100%. Как-то... Ну и, как видите, его варвары почему-то не достают. У него, смотрите, куча территории, да, открытой. Но варвары где-то вот тут тусят, не к городам его ходят. У меня вот здесь маленький угол, и ко мне, блин, паломничество просто варваров. Убить меня. Да, ну, смотрите, у него на самом деле неплохое место для защиты. Для защиты. Ему не хватает производства из-за того, что он в традицию идет. Из-за того, что он в традицию два города, соответственно, поселенцев построил своими руками, а не как я взял с воли, да. И у него не хватает просто возможности юнитов построить. А, блин, захватили мою столицу. Не хватает возможности юнитов построить. Когда я уже прихожу к нему легионами, у него просто не хватает производства к этому моменту построить юниты, чтобы от них защититься. Если бы он играл через волю, он на этом месте мог бы защищаться. Потому что у него было бы производство, были бы юниты, там просто хотя бы тупо мясом ставишь на эти холмы вот там. Вот. У него он бы точно так же с воли мог бы генерала взять, у него набился бы свой генерал. Мне бы тогда, возможно, кстати, надо было бы не закрывать волю, а идти все-таки в честь. Ну, тут традиция, еще и три города ставишь, то есть, ну, у тебя просто не хватает юнитов к этому моменту. Я ему в центр страны легионом зашел, разграбил дорогу, разграбил караван. И он мне его убил там чисто за счет фастклика, и все. Давайте проголосуем, выкладывать ли эту дуэль. Давайте глянем результат вашего голоса. Ну, тут уже 80% за, так что, я думаю, можно и продолжать. На этом все. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Ну и загляните вот тут на всякие мои ссылочки.